Привет, дамы и господа. Вчера начались продажи iPhone 7 в Таиланде. И он, конечно же, у меня в руках. Сделаем маленький анпакинг. Это будет первое видео. Расскажу вам немножко об iPhone. Об этом. Не то, что об iPhone, а почему я его купил. И в дальнейших видео расскажу об опыте эксплуатации. Значит, поехали. Это видео у нас будет называться, скорее всего, анпакинг. Будем сейчас делать анпачить все это дело, открывать. На самом деле этот iPhone был уже открыт в магазине, потому что на него приклеили по акции стекло. Внутри все как обычно, вы сами знаете, что внутри. Вот этот малыш, я его держу в руках впервые. На него наклеили сразу же стекло. А стекло клеят просто обязательно, потому что экран царапается. Как бы вы не хотели его не царапать, он все равно поцарапается. Сзади пленочка. Пленочка в Таиланде, она обязательно, потому что песок постоянно под чехол попадает и все это царапается, поэтому пленочку лучше наклейте сзади, особенно если в чехле будете, ее видно не будет, тактильное ощущение не испортится, но пусть оно лучше будет. Вообще хотел я купить себе iPhone 6s Plus, потому что от семерки он на самом-то деле не отличается, поэтому если у вас есть классное предложение 6s Plus, покупайте его. Мы объехали весь Таиланд, весь Хуахин, к сожалению, нету 6S-ов, 6S-плюсов, поэтому пришлось взять семерку. Семерочку мы купили на 128 гигабайт, золотую, это золотой мой любимый цвет. Вот, будем тестировать, будем смотреть, будем заливать. А почему не хотел покупать его? Потому что цена 5000 бат разница, а по сути мы получаем не очень удобную кнопку Home, мне не очень нравится, как она работает. Мы получаем вторую камеру, которая еще до сих пор не работает, только в 10.1 прошивке заработает баке. Вот. И мы получаем водонепроницаемость, которую никто никогда проверять не будет и в реальной жизни использовать, потому что утопить iPhone не очень-то кому-то хочется. Вот, поэтому будем пользоваться, смотреть, находить плюсы в нашем iPhone Plus. И подписывайтесь на канал, следите за новостями, буду рассказывать и делиться своими впечатлениями об опыте эксплуатации. Всем пока!